Всем привет, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Аня, вы на канале Валерьяна, я очень рада, что вы ко мне заглянули, открыли это видео, и сегодня у меня будет видео о моих парфюмерных покупках. Совсем недавно я купила 3 новых аромата на сайте Makeup, а прежде чем приступить к обзору этих 3 ароматов, хочу вам сказать, что сегодня у меня утром было такое вдохновение, я смотрела видео Алисы Блэк. Карина, привет тебе! И она показывала мастер-класс своего макияжа, и мне очень захотелось также нарисовать себе какие-то яркие стрелки. Я быстренько рванула к своему туалетному столику, взяла синий карандаш и сделала вот себе такие задорные, яркие, веселые стрелки. И сегодня вот в таком образе предстаю пред вашим строгим взглядом. Не судите, конечно, строго. Я небольшой мастер макияжа, но вот такое у меня сегодня было вдохновение. Кстати, большое тебе спасибо, Карина, за вдохновение. Значит, приступим к обзору моих новых парфюмов. Я, конечно, не буду делать полного обзора, потому что с ароматами я знакома бегло, исключая только один, с одним я хорошо знакома. Я скажу вам свои первые впечатления, понравился, не понравился, стойкий, не стойкий. Я думаю, для первого раза этого будет достаточно. Значит, что же это за бренд? Это бренд Zarco Parfum, и это молекулы знаменитые. Вот такие они имеют коробочки. Очень простой дизайн, сдержанный, так как это нишевый бренд, датский, насколько я знаю. Очень все просто, очень незатейливо, как бы это фишка нишевых ароматов. Почему нюхаю? Потому что я очень люблю брызгать именно в коробочку. Как видите, здесь пластиковая такая вот крышечка сверху. И почему взяла сразу 3 парфюма? Потому что у меня есть такая привычка, да. Я сначала очень тщательно выбираю какой-то один аромат, дорогой, например, аромат. И потом я могу купить сразу 3, потому что я не могу определиться, какой именно больше всего мне нужен в этот момент. В этот раз произошло то же самое, было 3 аромата, и каждый из них я хотела, но думала купить какой-то один. Очень мне было сложно выбрать, сделать выбор, и я все-таки купила сразу 3, тем более на сайте Makeup сейчас отличная скидка на эти парфюмы. Дешевле я еще не видела цены, если честно, и я очень выгодно, в принципе, я думаю, купила эти ароматы. Значит, что это за парфюм? Начнем с самого популярного и самого известного, который вышел в 2014 году. Это розовая молекула Pink Molecule 090-09. Вот такие тоже простые лаконичные флаконы, с бумажечкой наклеенной просто, с золотыми буквами у нас изображение. И какой же классный аромат. Он у меня есть в атомайзере, я брала его перед Новым годом, я даже думала надеть его на Новый год, и почему-то надела совсем другой аромат, хотя этот аромат создал бы 100% атмосферу и ощущение праздника. Он бы был созвучен с праздником Новым годом. Поэтому я думаю, что, возможно, в этом году я исправлю ситуацию и буду в этом аромате на Новый год. Он звучит очень так жизнерадостно, он же звучит бодро, как-то окрыляюще. Вот такой парфюм, который дает ощущение молодости, юности. Мне кажется, его могут носить женщины любых возрастов. Он точно придаст более свежего молодого вида и скостит несколько десятков лет, это точно. Я бы этот аромат носила с удовольствием летом. Он классно подходит на каждый день на лето. Будет создавать такое классное, веселое, бодрое настроение. Будет освежать в жару. Вот мне кажется, вот такой парфюм способен как глоток чего-то освежающего, какого-то приятного освежающего напитка, освежить реально в жаркую погоду. Я уже попробовала, конечно же, носить его в жаркую погоду, мне очень понравился результат, поэтому я решила, почему бы не взять себе полный флакон и радоваться, и наслаждаться уже по полной, и не жалеть эти последние капли. На чем этот парфюм? Аромат у нас построен на нотах черной бузины. Вот я говорю о том, что там заявлено. Я не слышу здесь черной бузины, потому что я не помню аромата черной бузины. Но здесь есть шампанское, розовое шампанское, насколько я знаю. И здесь есть абрикосы. Сладкие, вкусные, спелые, с небольшой кислинкой все же. Потом появляются ноты взбитых сливок, сладких взбитых сливок. Вот это самое главное, что я здесь чувствую в начальных нотах. Очень такой яркий, сочный
старту аромата, и потом появляется такая интересная нота какого-то фруктового шампуня или геля для душа. То есть появляется, скорее всего, какой-то мускусный оттенок у аромата, и этот мускусный оттенок дает ощущение супер чистоты. Вот на мой нос такое ощущение, что вы приняли душ, помылись с каким-то классным, очень душистым гелем для душа, шампунем. Вышли из душа и благоухаете буквально вот этой чистотой. Вы вымылись до скрипа, и это просто от вас ощущается и чувствуется. Вот такое ощущение дарит этот аромат, и это, мне кажется, бесценное его качество, потому что не каждый аромат может звучать настолько как-то чистоплотно, да, аккуратно. То есть аромат аккуратности и чистоты. Это очень важный аспект, и мне кажется, каждый хочет иметь такую уверенность, что он пахнет в жару, чистотой и свежестью. Вот этот аромат как раз дарит такое ощущение, что вы только что из душа и прекрасно освежились. Значит, по стойкости он довольно-таки средний, этот аромат. В середине дня, мне кажется, его стоило бы обновить. Шлейф у аромата очень заметный, яркий, сочный, эффектный. Хотя композиция несложная, но аромат ощущается очень приятно и очень понятно. И, в принципе, это немаловажно. В общем, аромат мне очень понравился, буду с удовольствием поливаться в эту жару, довольна, что взяла себе этот флакон, и могу теперь не беречь тот маленький отливантик, который у меня остался. Следующая молекула, которую я себе купила, это молекула 07007, и называется она пурпурная молекула, которая вышла в прошлом году, и это совсем другая уже молекула, хотя их сравнивают между собой, говорят, что они похожи, розовая и пурпурная молекула. Для меня это совсем не так, потому что звучание ароматов абсолютно разное. Даже на старте мне они не кажутся похожими. Здесь у нас абрикосы в шампанском со сливками. Здесь же у меня черная смородина, возможно, тоже со сливками, со сладостью. Очень натуралистичный аромат черной смородины, довольно-таки сладкой, спелой, с такой заметной терпкой зеленой нотой. Возможно, здесь есть даже листики черной смородины, но аромат очень-очень приятный. Он уже намного слаже, чем розовая молекула. Это более освежающая молекула розовая. Это более такая томная и густая. Вот именно на мой нос. В базе она звучит даже с какой-то небольшой древесной нотой. То есть база здесь такая сладкая, шершавая, возможно, даже перченая. Очень интересная база у парфюма. Она очень отличается от старта аромата. То есть аромат классно раскрывается, и это мне очень нравится. Абсолютно два разных парфюма, каждый прекрасен по-своему, буду также с удовольствием носить. Возможно, этот подойдет мне больше на вечер, а возможно и нет, потому что, мне кажется, такие легкие цветочно-фруктовые композиции, которые одна более сладкая, другая более освежающая, подходят прекрасно на летний период, и можно без зазрения совести поливаться, вы никого точно не удушите этим ароматом. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Кстати, у этой пурпурной молекулы также ощутимый, яркий, такой плотный довольно-таки шлейф. Стойкость также средняя. Нужно этот аромат еще раз на себя наносить в течение дня. Но ничего страшного в этом нет. Куча есть таких парфюмов, которые нужно поновлять в течение дня. И еще одна молекула, это уже совсем другая история. Это уже совсем не фруктово-цветочная сладость. Это восьмая молекула. Это композиция далека от легких сладкоцветочных каких-то фруктовых композиций. Это у нас фужерный вариант уже, то есть фужерная композиция. Группа у нас древесные фужерные, выпущен в 2015 году. Значит, в нотах здесь мандарин, роза, пачули, ут и древесные ноты. В общем, всего-то 5 нот. И все эти ноты здесь чувствуются. Когда наносите аромат, чувствуется этот мандарин с кислинкой, но сразу в сочетании с удом. То есть композиция открывается очень интересно. Вот такого звучания я еще лично не встречала, я еще такого не обоняла ни от кого. Это цепляет, это не забывается, то есть застревет в мозгу вот этот аромат. И хочется вот на себя его наносить, ощущать этот аромат, разнашивать, разнюхивать. А для меня это такой очень интересный, как бы озоновый свежак, но ноты какие-то такие немножко даже странные, сочетание нот странное, и звучание в некоторые моменты такое на грани, да, на грани того, что понятно. То есть аромат не для всех, это точно. Аромат многогранный, интересный, сложный, 100% чувствуется как ниша. Вот эти ароматы, это такие у нас, как
как бы немножко попсовые варианты ниши, которые понравятся всем. Здесь уже интеллектуальный, более глубокий аромат, который на любителя. Мне нравятся такие ароматы, я вообще люблю древесные композиции. Здесь ут не стоматологический, какой-то он такой очень тонкий ут. И здесь есть еще пачули, в общем, такого здесь намешали в этом аромате, что я оценила. Да, я оценила эту композицию, буду с удовольствием ее носить. Она, конечно, уже так не окрыляет, не будоражит вас, как вот эти два аромата. Она уже более для задумчивых каких-то спокойных дней, для какой-то медитации, для ковыряния в себе. Но у меня часто бывают такие настроения, и этот аромат мне придется просто в тему и очень даже подойдет. Я очень довольна покупкой этих трех парфюмов. Еще хочется знакомиться с этой маркой. Возможно, нужно брать какие-то отливанты. Сейчас вышли новые парфюмы этого бренда, тоже очень интересные. Слышала о многих у девочек-блогеров, поэтому я думаю, с этих ароматов только все начинается, и я буду дальше стараться познакомиться с этими ароматами, с этой маркой. Ну что ж, на этом буду заканчивать свое видео. Надеюсь, вам было интересно, вы с пользой провели время. Я, например, с удовольствием провела время в вашей компании. Пишите в комментариях, есть ли у вас такие ароматы, хотя бы, возможно, один аромат бренда Zarka Parfum. Как вам этот бренд, как вам эти парфюмы, стойкие, не стойкие, носите, не носите, и как у вас с ними взаимоотношения. С удовольствием почитаю, не только я, но и все зрители, которые зашли на это видео. Ну что ж, благодарю вас всех за просмотр, за лайки, подписки, комментарии. Увидимся с вами в следующих видео. До скорых встреч, пока-пока.